Ух ты, какая машинка, Форд. Высоточка, в которой и жил ее же изобретатель и вообще главный архитектор Москвы. И вообще, возможно, это самая модная высотка. Модная от слова мода, то есть высший пилотаж, а не от слова там какой-то выпендреж. Баррикадная, фиолетовая, Краснопресненская кольцевая. Там Яндекс.Такси здесь. Отличное место у Садового кольца. Садовое кольцо за этим зданием, за Кудринской площадью. Буквально 200 метров отсюда. То есть это место практически обязательное к посещению. Конюшковская, дом правительства. Но его здесь не видно, но они существуют. Так что вот, ну, естественно, машина посольства. Здесь рядом посольство Америки прежде всего. Так и развернулся Яндекс.Такси. Ладно, давайте, друзья мои сладкие.